Пошел. Так, друзья, всем привет. Сегодня мне предложили обмен на BMW X5. Трехлитровая бензинка там. Не знаю, там, короче, рядная шестерка там стоит. Предлагают доплатить нормально такую сумму хорошую. Так что мы не стали отказываться, будем меняться. Продолжение следует. Вот я, наверное, в последний раз сижу в Мерседесе в этом. Скоро BMW приедет. И поменяемся. И BMW поедет. No off-road. Так, друзья, вот я в BMW. Все, сделка произведена. BMW теперь X5 у нас. Американец это. Ну, как бы пока непонятно мне, что за машина. Сейчас прокатимся, посмотрим. Тест-драйв дальнейший будет, наверное, да какой тест-драйв? Наверное, мы сразу выйдем на бездорожье, посмотрим, как он будет вообще ехать. У нас уже BMW X5 был в бездорожье, показал себе вообще неплохо. Я думаю, что это будет лучше, чем, наверное, Mercedes, потому что Mercedes тяжелее. Вот такая тачка. Так, друзья, на BMW сейчас поеду менять масла, фильтра, колодки перед, зад, а то скрипят. Все, погнали в автомастер. Так, едем в автомастер. Колодочки скрипят сильно. Сейчас поменяем и перед, и зад, и маслица. Ну и поднимем, посмотрим ее вообще. Ходовку посмотрим. Так, ну вот, заехали в автомастер. Сейчас будем масла менять и колодки. Давай ходовочки, наверное, еще потом посмотрим, да, пока он. Антифриз вот где-то капает, надо разобраться где. И посмотреть вообще антифриза сколько. Сколько? А? Здесь подкрылки есть. Ну. Вообще, то, что вот тема. Понятно. Вот какие-то подтеки антифриза есть, и вот чуть-чуть масла где-то, да? Не масло. А? Как знаешь, как типа масла. Но. Ощущение, из подсальника? Ну, такое ощущение. Но. То есть ты выше, там я не вижу. Сюда вот, да? Угу. Конечно, попроще, чем на Мерседесе здесь все. Хотя вот что. А, пыльник порванный. Пыльник порванный, да? Внутренний. На тягу. На рейке, да? Да. Это Минина, шар. Минина, да? А, ну он контрактная, да? Ну. Рычаг нижний контрактный. Ну, он прям визинка был. Но. Это с него был. Ну, пыльник Минина вот этот, да. По-моему. Ну, редуктор сзади сухой. А вон там есть на хвостовике что-то потеет, да? Или нет? Нормально. Рабочий вариант. Ну, а походу не стоял. Да? Но. Люди ездили. Да, ездил, но. Не забываем подписываться на канал.
одна сторона готова. Сейчас в другую сторону менять будем. Короче, передние колодки не стали менять, они там вообще новые еще стоят. Потом поменяем в следующий раз. Задние поменяли. Кардан вареный. Передний. Ну это. Ну, видать, какой был, видать, что отломили. Надо контрактный привезти, вдруг он. Из-за этого может быть вибрация. Но вибрации нету. Да пофиг. И, скорее всего, шлицевую провернуло. Они говорили, еще и забот поставили. А, может быть, да, кстати. Фига, блин, я не... Ну, а что? Друзья, все, ТО сделали, масло поменяли, колодки задние поменяли, передние колодки не надо менять, там нормальные новые. Скоро поедем тестировать, да, Никит? Так, друзья, всем привет, с вами канал Антон Цунсин. Ну что, друзья, вы уже знаете, мы приобрели недавно X5 BMW, вот она такого вот вида. 2000 какой у нас год? Первый. Первый. 2001 год. Трешка бензиновая, 231 лошадь. Потом выберем время, сделаем какой-то обзор на него, уже детальный. А сегодня мы хотим проверить именно конкретно наш X5 на какие-то немножко внедорожные качества по снегу. Прорываться будем на дачу. Снега намело, да? Ну все, погнали. Вот такой вот бумер. Потом сделаем обзор. На канале у нас уже принимал участие X5 BMW, но тот был 4,4 объемом бензинка. Там достаточно надежный мотор. Этот же мотор не является таким надежным. Ну, это все мы потом более детально все в обзоре поговорим обо всем. А сейчас проверим на внедорожные какие-то качества. Снега намело последнее время очень много. Пока идет уверенно. Может и нет. Все. Машинка выглядит очень прилично, такое достойное состояние. Посмотрели, загнали на СТО. Состояние подвески, состояние двигателя. Двигатель, по-моему, контрактный стоит даже. Так, вот мы смотрим назад. И когда он начинает шлифовать, буксуют сзади два колеса. То есть стоит блокировка. Ну вот это вот распределение. В принципе, едет неплохо. Снега много. Почему выбрали именно эту дорожку? Потому что здесь уже чистили в течение этого года. И снега, в принципе, много, но не настолько. Не столько, сколько там по полям или в лесу. Просто интересно посмотреть, на что она способна в небольшом снегу. В принципе, идет достойно. Сейчас здесь пробьем дорожку. А, наверное, не пробьем, там дальше переметы. Попробуем еще где-нибудь катануть. Может, какую-нибудь горочку найдем. Слышь, а он едет, да? Сзади полностью эта блокировка как работает, два по очереди. Смотри, там Никит, много снега, давай туда пройдем. Ну, в принципе, нормально утюжит. Сейчас здесь барханчик, наверное, по пояс. Здесь не поедем. Здесь, походу, трактор, когда толкал, вот до сюда толкнул и остановился. Так что вот здесь пухлячок кончается.
Здесь это твердое место. Такой козел. Все, походу, приехали. Димон, где Димон? Ну что, все? Приплыли? Нормально. Сейчас будем пробоваться, растолкаться. Походу все, прилипли. Ну-ка, побуксуй. А передок не работает? О, работает. Рулем повертел, немного шагнул вперед. Давай назад так же. Не, все. Так, ну что, друзья, процесс откапывания BMW идет. Что-то по бокам откопали. Все равно что-то не идет. На пузо село на снег. Из-под машины будем выкопать. Ну, хуярит. Вон, смотри, Диман тирана здесь. Прикинь. Растури? Да. Нихуя нам повезло ему. Какой Сергофан? Сергофан, говорит, что ли? А что, он не знает, что у нас? Нереальная удача. Стоим, копаемся. Подъехал тирана. Это он или не он? Я не вижу, какой номер? 471. Вроде вот. У него здесь, значит. Сейчас, может, дернет нас. Сейчас назад отъедем, посмотрим тирана, как едет. Ну, это он. Здорово. Че, есть веревка? Диман, потихонечку. А то вырвешь мне тут все. Не пошел. Все, ништяк. Не надо, не надо. Хорош, хорош. Хорош, хорош. Все, все, вот так, стой. Сейчас отцепим. Так, ну что, нормально он так провалился здесь. Ну, рычагами уперся. Ой, дай бог тебе здоровья, а, Диман? Да, все, ништяк. Итак, вот, друзья, вот такая вот у нас местность, вот такой вот маленький небольшой городок, что поехали потестировать X5 в снежку. Маленько застряли, и тут сразу, оп, тиранчик подъехал. Никуда не убежать от бездорожья. Везде пацаны на внедорожниках. Тоже тяжко, взрывается. Малёха уперся. Болотоходит просто все. Стой! Не может выбраться из колеи. О, вышел. О, ништяк. В нужной колее встал.
Пробуй! Потихоньку только! К пятому попроще выбираться из колеи, а потому что резина зимняя, нет, жопу тащит все равно. Ну а что ты, ну езжай назад так. Смотри забор! Давай так и езжай! Во! Все, все, давай назад! Сейчас попробуем на прорыв тиранчик, там собьет этот сугроб. Нет, я думаю, что не получится. Вполне симпатичная машинка. Итак, заезд тирана. Я хотя бы к немцам так себе отношусь. Сам еще не пробовал на немцах ездить, но... Гелька была подшатанная у нас. Вон он несется, тиранчик. Приплыли, да? Да у нас лопата есть, Дима. Ну а дальше бесполезно. У тебя он турбовый? ТД-27, да? Хороший агрегат. Вперед, попробуй! О, турбинку слышно. О, я тебе говорю, пойдет. За землю зацепился. Диман, подъедь вперед, сейчас тут шишку собьем и попробуешь. Попробуй так же на вывернутую. Не, в другую сторону. Вот так попробуй. Все, почти за этот, сшиб ее. Вот такие пироги, друзья. А дорожка дальше заметенная. Но, в принципе, тирана молодец. Шевелится нормально.
снега. Реально много. Да я не знаю. На горе он тягает тебя. Ты хочешь пробить дальше? Нифига BMW его дергает налегке. Все-таки вес машины решает. Увесистая BMW, да? Вот такой вот Nissan Kirana у нас появился в сегодняшнем контенте. Опа! Шик, вот такой вот в салоне он. Хорошая машинка. Да, все нормально. Так, ну что, грузимся в BMW. Все ноги в снегу набрали. Нормально. Я на сумочках летних. На BMW же ездим. Ну все, друзья, вот так вот прокатились, попробовали. Он X5. В принципе, идет более-менее нормально. Лучше, наверное, чем GL. GL это, да? Да, лучше, лучше. Такое ощущение, что легче лучше. Просто еще. GL весит 2700 там, да? А BMW весит 2200. Не забываем подписываться на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Да, друзья, у нас еще на канале появилась функция спонсорства. Так что, кому интересно, кто хочет нас поддержать, переходите. Там как бы не сильно дорого. Ну, там увидите, короче. Нажмите кнопку спонсировать, и там увидите, ознакомьтесь. Если хотите нас поддержать, то... В нашем нелегком начинании. Да, в нашем нелегком начинании, то можете стать спонсорами канала. Так, друзья, ну что, наше видео подходит к концу. Прокатили сегодня маленечко по снежку на нашем новом X5. Впечатления остались положительные. В принципе, машина достойно едет. Далее снимем обзор уже на нее детальный, как выберем время. Ну, вот такие дела на сегодня. Давайте, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.